Доброе утро. Сотни владельцев квартир ЖК «Смоленская Бавария», которым были обещаны детская площадка и парковка, вот уже полгода видят на их месте участок с частным домом. Мы долго еще будем оборону держать? До победы. Ну класс. Значит, и дальше будем в школе огребать. Ты же сказал, что ты упал. Я упал? Когда мне втащили? Упс. Этот старый хрен меня достал. Нужно все решать радикально. Ты на кого прешь, бош поганая? Ты знаешь, какие у меня связи? У тебя связи, а у меня лопата. Так странно, что у меня грязные вонючие на улице не вышвырнули вообще. То, что мы воюем с твоим отцом, детей это не касается. Я сегодня работаю в суши, поэтому на сегодня вот твой ранец. Сюда книжки положить, сюда сменку, да, сюда бутерброды. Астрид куда? Вечерок в хату. Ни хрена себе. Ура, папа вернулся! Я люблю ее. И детей ваших я люблю. И пока ты сидел, я о них заботился. Большое спасибо. Я на веночке так и напишу. Цвет! Устроили тут Санта-Барбару. Да уж, семейка у нас не подарок. Другой нет.